Продолжаем мы рассказ об охотниках за растениями. Сегодня мы расскажем о Роберте Форчине. Он был выдающимся шотландским ботаником, викторианским ученым, от всей души любившим Китай, его людей, язык, ландшафт и, прежде всего, его прекрасные цветы. В 40-х годах 19-го столетия Форчин совершил два продолжительных путешествия в Китай и был покорен пейзажем, который там увидел. Чтобы облегчить путешествие по загадочному Китаю, Форчин выучил мандарин, северный диалект китайского языка. Это, конечно, облегчило его жизнь, но Китай тогда не был раем для туристов и путешественников. Это не могло спасти его ни от столкновения с бандитами и пиратами. Смотрите, смотрите! Что это? Они идут сюда! Спасайтесь! Бежите! Не защитить от болезни и непогоды, но во многом приблизило к главной его цели. В этих путешествиях Форчин обнаружил и описал различные виды рододендронов, жасмина, форзиции и магнолии. В целом он привез в Европу порядка 120 видов растений. Это благодаря ему в наших садах растет множество экзотических видов. Многие виды пионов, азалий и хризантем. А вы ели кумкват? Знакомство с этим фруктом мы также обязаны Роберту Форчину, который привез его из Китая. У кумквата есть другое название – фортунелла. Это, между прочим, не единственное растение, названное в его честь. Наиболее известное нашим садоводам – это бересклет Форчина. Однако, не благодаря фортунелле или бересклету имя ботаника вошло в историю. Форчина помнят как человека, который украл чай у Китая. Китай ревниво охранял свою главную тайну – секрет выращивания чая. Ведь иностранцы, а особенно англичане, платили огромные деньги за его импорт. Британия пыталась выращивать чай в своих индийских колониях, но безуспешно. Возможно, именно чай виноват в том, что англичане для продажи и обмена на драгоценный товар стали выращивать опиум, что привело к знаменитым опиумным войнам. Англии тогда был необходим человек, совмещающий в себе качества и профессии охотника за растениями, садовника, вора. В общем, нужен был шпион, который помог бы выведать секреты выращивания чая и завладеть саженцами. И Королевское садоводческое общество наняло Роберта Форчина. Так как иностранцам было запрещено появляться в определенных районах Китая, Форчину, европейцу шотландским акцентом, необходимо было прикинуться местным, переодетый в китайскую одежду, с частично выбритой головой и длинной косицей на затылке, Форчин провел в самом центре лучших чайных плантаций Китая почти 3 года, загримированным под китайского купца. Ему сопутствовала удача. Он полностью оправдывал свою фамилию. Роберт Форчин стал первым британцем, которому удалось вывести из Китая не только около 20 тысяч кустов и черенков камелии китайской, но и 85 китайских специалистов по выращиванию и изготовлению чая. Он привез их в контролируемый Британией индийский Ассам, где им предстояло передать свой опыт и заложить уже английские чайные плантации. В Китае Форчин сделал пару важных открытий. Во-первых, он выяснил, что черный и зеленый чай – это листья одного и того же растения. Ведь до этого все были уверены, что это два разных вида. Во-вторых, он обнаружил, что насыщенный цвет китайскому чаю придавался при помощи токсичных красителей, чтобы сделать его более привлекательным для экспортного рынка. Эти и другие открытия положили конец монополии Китая в торговле чаем. Кстати, сам Форчин вором себя не считал. Он полагал, что чайная культура принадлежит всему человечеству, и что правительство Поднебесной не должно так ограничивать торговлю в нем так жестко. После Китая Форчин продолжил свои путешествия. Он посетил Японию, где открыл хризантему, побывал в Формозе, ныне Тайвань, а после вернулся в Англию. Последние 20 лет жизни Форчин поселился в Лондоне, где продолжил работу над своим садом и книгами. А свой рассказ о великом авантюристе, ботанике и немного шпионе хочется закончить цитатой из книги Майнрида «Охотники за растениями». Ему должен быть благодарен весь цивилизованный мир, в том числе и ты. Да, он подарил тебе немало радости. Пестрота и яркость твоих садов – дело его рук.
Пышная далия, колыхающаяся над клумбой, сверкающий яркими красками пион, прелестная камелия, радующая твой взор в теплице, кальмии, азалии, рододендроны, белые звезды жасмина, герань и тысячи других прекрасных цветов, подаренных нам охотниками за растениями. Если бы не он, мы никогда бы не отведали бы за обедом и десертом многих овощей, кореньев, фруктов и ягод, которые разнообразят наш стол. Если бы не он, мы никогда не попробовали бы этих вкусных вещей. Так помянем же добрым словом охотника за растениями. На этом все. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся!